Лифанимович, вы тоже сегодня уже неоднократно выступали, но мне, например, обидно, что на иммунотерапию времени не хватило. Хотя, на самом деле, конечно, те эффекты, которые мы видим на иммунотерапии, они по, так сказать, ну как, по уровню, по зрелищности, в общем-то, ничуть не уступают тем успехам, которые мы видим на примере использования ингибиторов БРАФ. Но при этом мы должны помнить, что все-таки БРАФ-ингибиторы работают только у одной строго очерченной категории больных, а именно тех, которые имеют БРАФ-мутацию, в то время как эффект иммунотерапии мы видим независимо от наличия БРАФ-мутации. Ну, меланома кожи исторически всегда считалась такой иммунозависимой опухолью, и тому есть ряд клинических наблюдений, поэтому естественно, что она всегда вызывала интерес в плане оценки эффективности различных иммунологических подходов. Но что, в общем, вот если исторически посмотреть, то это были и попытки использования вакцины, адаптивная это клеточная терапия, и использование рекомбинантных цитокинов, в частности, интерлейкина второго. Но все-таки мы можем сказать, что да, отдельные исследования говорили и об эффективности вакцин, и об эффективности интерлейкина-2, но, скажем, когда проводили рандомизированные исследования, например, вакцинотерапия, ни в одном исследовании для меланомы не показала эффекта на общую выживаемость. Адаптивная Т-клеточная терапия, ну, насколько я знаю, и вообще у нас нет таких рандомизированных исследований, не проводилось, и данных нет таких больших по общей выживаемости. Хотя в ряде исследований действительно высокая частота объективных эффектов описывалась. И сейчас это направление, к нему такой возрождается интерес в связи с созданием уже генно-инженерных Т-клеток, нагруженных опухолевыми антигенами. Но в любом случае это экспериментальные виды, остаются до сих пор экспериментальными видами терапии. Интерлейкин-2, наверное, первый препарат, который показал, что у очень небольшой части пациентов можно все-таки достигнуть длительного контроля над заболеванием. Ну, а вот те очевидные успехи иммунотерапии стали, возможно, благодаря развитию, прежде всего, так сказать, иммунологии и появлению в клинической практике препаратов. Условно их можно назвать препараты, восстанавливающие иммунный контроль. Сейчас это две группы. Это препараты, блокирующие цитотоксический антиген 4 Т-лимфоцитов и препараты, блокирующие сигнальный путь, вовлекающий рецептор запрограммированной клеточной смерти. Так, сейчас тогда постараюсь как-то побыстрее перейти, собственно говоря, к этим результатам. Ну, что сегодня мы хорошо знаем, что развитие и, так сказать, реализация иммунного ответа – это очень сложный многоступенчатый процесс, и здесь есть, так сказать, определенный баланс, есть активирующие такие системы и ингибирующие сигнальные пути, которые тормозят этот иммунный ответ. Естественно, они сформировались, так сказать, эволюционно, потому что для того, чтобы защитить организм от такой чрезмерной иммунной агрессии. Значит, иммунный ответ должен активироваться при вторжении какого-то антигена, он должен реализоваться, и затем он должен быть остановлен, когда эффект достигнут. И, по сути дела, вот практически к любому негативному вот такому сигнальному пути может быть разработано и разработано соответствующее моноклональное антитело. Сегодня достаточно большое количество этих препаратов проходит клинические исследования, и уже есть результаты рандомизированных исследований. Прежде всего, это ипилимумаб и тримилимумаб как блокаторы CTLA-4, и это несколько препаратов анти-ПД-антител, ниволюмаб, пембролизумаб. То, что это универсальный механизм, используемый не только для, скажем, при меланоме или почечно-клеточном раке, говорит тот факт, что очень большой спектр опухолей, где эти препараты уже показали свою эффективность.
ну, так сказать, основные такие вот моменты, может быть, на которые стоит обратить внимание, что все-таки экспрессия CTLA-4 происходит в самом начале, в момент активации иммунного ответа. И после того, как эта активация произошла, на поверхности Т-лимфоцита начинает экспрессироваться вот этот антиген, который конкурентно связывается с соответствующим лигандом, и таким образом иммунный ответ тормозится. Поэтому блокада CTLA-4 должна приводить к тому, что, так сказать, активация продолжается, и мы можем видеть, так сказать, повышение именно Т-клеточного ответа на опухоль. Второй сигнальный путь ПИДИ, он тоже может происходить на разных этапах, но, так сказать, все-таки наибольшее значение он имеет вот уже в фазе активации иммунного ответа. Это тогда, когда активированные Т-лимфоциты из лимфатического узла начинают свою миграцию в ткани, и, значит, для того, чтобы защитить окружающие ткани вот от этой аутоиммунной агрессии, также включается механизм, включается сигнальный путь, вот этот PD-1. Но важно, что и опухоль может экспрессировать соответствующий лиганд PD-L1, и тогда взаимодействие PD-1 на Т-лимфоците и его лиганда PD-L1 на опухолевой клетке приводит к торможению иммунного ответа. Соответственно, моноклональное антитело, которое разрывает это соединение, также может сопровождаться активностью, иммунологической активностью. Все-таки первые исследования, которые показали возможность увеличения общей выживаемости при меланоме, это было именно исследование с ипилимумабом. Его результаты были в 2010 году опубликованы. Ну, сразу обращает на себя внимание, что использование ипилимумаба, причем это категория пациентов, уже ранее получавших лечение, использование ипилимумаба статистически значимо показало преимущество в отношении общей выживаемости по сравнению с вакциной. Здесь очень важно нам посмотреть на то, как реализуется иммунный ответ. Конечно, это отличается от того, что мы видели при использовании ингибиторов БРАФ. Обратите внимание, вот практически первые три месяца мы практически никакого не видим различия в кривых выживаемости. А это как раз то время, когда идет само лечение, потому что хочу напомнить, что сегодня схема, по которой используется ипилимумаб, это не постоянное лечение, а это 4 внутривенных введения с интервалом 3 недели, и все это занимает лишь 10 недель. А вот дальше, действительно, эти кривые начинают расходиться, и эффект на общую выживаемость начинается после 3 месяцев, и прирост общей выживаемости составил 4 месяца. И очень важно то, что после примерно 3 лет наблюдения кривые выживаемости выходят на плато, что говорит о том, что вот такие поздние рецидивы, ну, не характерны или случаются крайне редко. Хочу напомнить, что само-то лечение происходило только вот в это время. А пациенты, достигшие ответа, продолжают жить, и часть из них живет с опухолью, часть из них добились полного ответа, но тем не менее прогрессирование заболевания не происходит, потому что сохраняется контроль иммунной системы. Второе исследование, которое также показало прирост общей выживаемости, это уже было исследование в первой линии терапии. Здесь ипилимумаб использовался с докарбазином. И обратите внимание, насколько длительность ответа различалась при использовании ипилимумаба: 19 месяцев и 8 месяцев. На что важно еще обратить внимание, это то, что при использовании ипилимумаба мы видим ответы, которые не укладываются в рамки наших стандартно используемых критериев RECIST или критериев ВОЗ. Потому что вот на двух последних графиках как раз и приведены такие варианты развития ответа. Это ответ после первоначального прогрессирования. Мы видим, что здесь достаточно такой большой прирост общей опухолевой массы, но, тем не менее, дальше развивается ответ. Или это, возможно, и появление каких-то новых очагов, но, тем не менее, все равно затем происходит уменьшение
объема опухоли. Поэтому именно поэтому при использовании пилимумаба мы не увидели такого драматического, скажем, различия, например, в показателях объективного ответа или выживаемости без прогрессирования, поскольку результаты оценивались на основании стандартных критериев. И понятно уже стало, что вот именно общая выживаемость – это тот параметр, который должен использоваться при оценке клинической эффективности биопрепаратов, а также, что нам необходимы новые критерии. Такие критерии были разработаны, и принципиальные их так называемые иммунозависимые критерии ответа, и принципиальное их отличие от стандартных критериев то, что там допускается возникновение новых очагов, но при их возникновении они также включаются в измерение общей опухолевой массы. Примерно у 10-15% пациентов с прогрессированием по стандартной системе все-таки с использованием новых критериев отмечается объективный ответ. И с практической точки зрения это нам важно. Мы должны об этом помнить, что первичная прогрессия не всегда соответствует действительно прогрессированию заболевания, и нет необходимости немедленно начинать лечение болезни, если мы видим, что, скажем, при оценке на 12-й неделе какие-то новые очаги появились. И важно также, что и так сказать, вот использование вот таких иммунозависимых критериев ответа, при их использовании мы также видим улучшение прогрессирования. Вот эта верхняя кривая – это использование стандартных критериев ВОЗ, вторая промежуточная кривая – это использование уже иммунозависимых критериев ответа. Но мы видим, что обе эти популяции пациентов действительно обладают лучшей выживаемостью, чем те пациенты, которые не ответили на лечение. Сегодня уже достаточно очень большой в мире накоплен опыт использования пилимумаба, причем не только в рамках рандомизированных исследований, но и в рамках программ расширенного доступа. А программа расширенного доступа все-таки более, так сказать, близка к стандартной нашей практике, потому что туда включаются пациенты и с метастазами в головной мозг, и с не очень высоким, скажем, ЭКОК-статусом, и пациенты с высоким уровнем ЛДГ. И поэтому мы можем объективно сегодня уже оценить, чего, собственно говоря, мы можем ожидать, на что мы можем рассчитывать при использовании пилимумаба. Мы видим, что медиана общей выживаемости составляет 11 месяцев, 3 года переживает примерно 20% больных. Но важно отметить, что длительность ответа, она, конечно, значительно отличается от использования BRAF-ингибиторов. И сегодня есть пациенты уже, которые 10 лет пережили с момента начала терапии ингибиторами, с начала лечения ипилимумаба. Второй момент, который отличает эти препараты, в частности ипилимумаб, это совершенно особый, уникальный вид нежелательных явлений. Это так называемые иммунозависимые или иммунозависимые нежелательные явления, которые, собственно, объясняются, это механизм действия препарата, поскольку мы можем видеть вот это аутоиммунное воспаление не только в опухоли, но и в собственных тканях. Наиболее частые нежелательные явления – это дерматиты, энтероколиты, эндокринопатии, ну и гепатотоксичность. Да, у небольшого количества пациентов эти нежелательные явления могут достигать, в общем, значительной степени, поэтому, безусловно, контроль за пациентами должен быть очень и очень тщательный. Но все-таки большинство нежелательных явлений отвечает на терапию стероидами и являются обратимыми. Но еще раз хочу повторить, что очень важен контроль и контакт с пациентами. Ну, мы видим достаточно высокую частоту, объективную частоту нежелательных явлений 61%. Если говорить о серьезных нежелательных явлениях, а именно 3-4 степени токсичности, то все-таки это значительно меньше. Да, безусловно, требует особого наблюдения требует пациенты, у которых развивается диарея или колит. Конечно же,
тоже таким достаточно серьезным осложнением может быть гипофизит. Значительно повышается частота осложнений при использовании ипилимумаба с дакарбазином, поэтому все-таки на сегодняшний день разрешен именно монорежим и используется ипилимумаб в монорежиме. Разработаны стандартные алгоритмы по выявлению, введению и лечению нежелательных явлений практически для всех локализаций. И очень важно, конечно же, своевременно выявлять такие нежелательные явления и правильно их лечить. Еще раз повторю, что основным методом лечения иммунозависимых нежелательных явлений является использование стероидов для того, чтобы погасить вот эту аутоиммунную агрессию. И уже показано, что вообще вот, терапия стероидами не ухудшает на самом деле эффективность лечения ипилимумабом, хотя, по идее, сопровождается иммуносупрессии. Вот мы здесь видим, что частота развития объективных ответов, стабилизации заболевания, она не зависит от того, использовались стероиды или не использовались. Каковы перспективы? Сегодня есть уже результаты рандомизированных исследований с использованием нового поколения моноклональных антител, а именно анти-ПД-антител, это нивелумаб и пембролизумаб. Вот это данные, которые были опубликованы в 2015 году, и мы видим, что, конечно, анти-ПД-антитела обладают преимуществом по сравнению с ипилимумабом. Это видно и по частоте объективных ответов, это видно по частоте, по общей выживаемости, и очень важно, что и по профилю токсичности анти-ПД-антитела тоже, так сказать, отличаются в лучшую сторону. Ну и это несколько картинок вот с последними исследованиями 2015 года. Это исследование показало, что пембролизумаб все-таки лучше, чем ипилимумаб в отношении беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости. Здесь показано, что у ранее не леченных пациентов, не имеющих BRAF-мутаций, нивелумаб превосходит стандартную химиотерапию дакарбазином, также и по выживаемости без прогрессирования, и по общей выживаемости. Ну и еще раз хочу повторить, что вот использование анти-ПД-антител показало свою эффективность уже при достаточно большом спектре опухолей и зарегистрировано сегодня не только для меланомы, но и уже для рака легкого, рака щитовидной железы. Ну, таким образом, препараты, восстанавливающие иммунный контроль над опухолью, это еще одно перспективное направление в лечении метастатической меланомы. Эти препараты продемонстрировали то, что у части больных можно получить длительный контроль над выживаемостью, но, естественно, что есть еще и нерешенные вопросы, которые требуют дальнейшего обсуждения. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за прекрасные доклады. У меня вопрос одновременно к Светлане Анатольевне и Галине Юрьевне. Понятно, что если у нас есть пациент с метастатической меланомой и нет никакой мутации, то выбор в пользу иммунотерапии очевиден. Если у нас есть пациент с массивным метастатическим поражением, с выраженной клинической симптоматикой, с мутацией BRAF, то выбор очевиден в пользу ингибиторов BRAF. Да? А вот если пациент с небольшой опухолевой массой, ЭКОК-01, и при этом есть мутация BRAF, с чего лучше начинать, с иммунотерапии или с таргетной терапии? Понятно. Знаете, конечно, интересный вопрос, он сегодня обсуждается. Вот у меня, к сожалению, не в этой презентации я видела такую работу. Она представлена ведущими экспертами в лечении меланомы. Там предлагается такой дифференцированный путь. Ну, на самом деле, мы уже обсуждали вот эти предикторы успеха и терапии, скажем, ипилимумабом. Мы понимаем, что сегодня нет таких маркеров, которые позволили бы нам, и главное, доказано в проспективных исследованиях, позволяли бы нам эту категорию пациентов определять. Поэтому, конечно, мы, на чем базируемся? На собственном опыте, на особенностях
вариантах развития ответа на, скажем, на ипилимумаб, ну и на мнение, скажем, наших зарубежных коллег. Ну, поэтому есть два момента, которые надо учитывать. Первое – это, вот, скажем, особенности биологического течения меланомы, а именно действительно ее способность к активной прогрессии. То, вот, о чем говорил Лев Вадимович. И, наверное, у пациента вот с первым прогрессированием не всегда это можно сказать, вот как болезнь у него будет развиваться. И второе, что мы должны, конечно же, принимать во внимание, все-таки объем болезни. Хотя тоже мы знаем, что и при, скажем, ипилимумаб работает не только при там, небольших метастазах, мы видим и на своем опыте эффекты и при поражении печени, и при поражении головного мозга. Но вот, скажем, такая попытка все-таки как-то сформулировать ту группу пациентов очертить, у которых мы можем с наибольшей вероятностью получить ответ. Это пациенты с небольшим объемом опухоли и пациенты с медленным развитием заболевания. Косвенно мы можем все-таки принимать во внимание и уровень ЛДГ, и статус ЭКОК. Ну, вот, наверное, так. Я все-таки за то, чтобы на первом этапе, если у пациента нет симптомов заболевания, если мы действительно не видим такого быстрого прогрессирования, я за то, чтобы начать с ипилимумаба. И затем подключить ингибиторы БРАФ в том случае, если все-таки болезнь будет прогрессировать, если будут симптомы заболевания, если будет какое-то быстрое распространение. Ну вот мое мнение такое. Спасибо большое. И если можно, второй вопрос. Огромное количество объективного ответа при таргетной терапии и уникальные данные по продолжительности ответа у иммунотерапии, ну, наводят мысли о попытке комбинирования вот этих двух подходов. Какие перспективы в этом направлении? Просто не хватило времени. Сегодня есть очень впечатляющие результаты уже рандомизированного исследования комбинации ниволюмаба и ипилимумаба. Частота объективных ответов практически 70%. В общем-то, это то и вот эти диаграммы, которые показывают, уменьшение процента уменьшение опухолевой массы очень напоминает нам эффективность, там, скажем, вимуро-фениба у пациентов с БРАФ мутации. Но все-таки значительно большая токсичность. Вот, ну, я уже не говорю о стоимости. Поэтому, с одной стороны, безусловно, вот такая комбинация, наверное, это такой идеал, к которому надо стремиться, но я не уверена, что все-таки комбинация вот так получит какое-то широкое распространение в стандартной практике. Я думаю, что даже если мы сможем использовать в монорежиме ипилимумаб, пембролизумаб, ниволюмаб и выбирать при этом правильных пациентов, то мы также будем видеть хорошие длительные результаты. Спасибо. Все, я закончила. Скажите, пожалуйста, если рассматривать лечение все же иммунотерапии, да, что бы вы, ориентируясь на свой опыт, могли рекомендовать? Ипилимумаб, либо нивомулаб в качестве первой линии, опять же, для статуса ЕКОК-1? Хороший вопрос. И, в общем, уже за рубежом на него ответ уже получен. И уже первые результаты у нас есть. Я говорила об этом исследовании, сравнение ингибитора PD и CTLA-4. Ну, здесь давайте, в общем, будем реалистами. Все-таки ситуация, когда мы сможем выбирать между ипилимумабом и, там, скажем, ниволумабом или пембролизумабом, ну, она, наверное, в перспективе есть, но такая перспектива – это не самая близкая. Пока все-таки, я надеюсь, что будет зарегистрировано в России, вообще зарегистрировано пока из, скажем, уже 5 или 6 препаратов, зарегистрированных в мире, да, новых, вот я имею в виду, в России только 2 препарата зарегистрированы. Доступен из них вообще пока 1 вимуро-фениб. Вот, поэтому надеюсь, что все-таки и ипилимумаб тоже получит эту регистрацию. Поэтому, пока вот нам, скажем, надо на это рассчитывать и выделять тех пациентов, у которых с наибольшей вероятностью мы получим ответ на этой терапии.
А вот предыдущая терапия, лечение ингибиторами, оно как-то влияет на последующее лечение иммунотерапии? Вы имеете в виду BRAF мутация? Да? Но МЕК, да. Сегодня таких нет данных, которые бы говорили, что BRAF мутация сказывается на результатах. Ну, по крайней мере, все данные, это уже несколько стран такие результаты представило. Одинаковая общая выживаемость, независимо от наличия или отсутствия BRAF мутации. Поэтому для нас вот как раз этот фактор не является лимитирующим. Спасибо. Ну, спасибо всем. Наверное, мы очень плодотворно сегодня провели целый день. И вопросы, которые поднимались здесь, в принципе, не все имеют ответы. И вот доктор, который там сражался за истину, а потом плюнул и ушел. На самом деле мы согласны отчасти с тем, что, конечно, нету однозначного решения и рекомендации. Но, тем не менее, мы просто хотели показать, что в отсутствии, например, того, о чем тогда говорилось, можно делать другое. А поскольку мы не выполняем какой-то протокол клинический, да, нам не важно, чтобы отбор был там идеальный и все такое, нам важно просто сделать максимально хорошо для пациента. Вот и все. Поэтому, если это дошло каким-то образом до нас всех, то пока мы можем следовать этим, в общем, вещам, а клинические исследования, мы их сами ведь не проводим по хирургической части меланомы, мы проводим клинические исследования по лекарственной части. Здесь у нас, в принципе, все нормально. И мы не отстаем ни от каких других учреждений и даже стран. А вот что делать с хирургическим лечением, это, с моей точки зрения, было бы очень интересно. Или же с диагностикой. Как ранней, так и диагностикой на этапах мониторинга за пациентом. То есть это вот ультразвуковая диагностика и так далее. Но одним словом, хорошо, что есть конференции, на которых мы можем обсуждать эти вопросы. И я думаю, что у нас-то вот становится все больше и больше конференций. И, наверное, и эта конференция, когда-то бывшая только как конференция по определенной патологии, по молочной железе, а теперь становится масштабной. И, наверное, это первая, но далеко не последняя. Да, так что, Светлана Анатольевна, пригласите их еще всех. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за терпение, за внимание. Я, знаете, что хотела бы чем закончить еще? Я как-то прочитала эпидемиологическое исследование, которое проведено в Великобритании. Так вот, по десятилетней выживаемости меланома стоит на втором месте. Десятилетняя выживаемость у них, это всех форм, больше 80%. Нам есть к чему стремиться. И то, что мы сегодня спорили по хирургии, то, что говорим о лекарственной терапии, это просто залог того, залог успеха того будущего. Да. Поэтому мы начинаем, а уже будут продолжать более молодые. Спасибо вам всем за внимание, за участие. Надеемся на лучшие результаты. Спасибо.